вот. Им казалось, что мир рушится. У меня была внутри дырка. Они бежали за лучшей жизнью. Было совершенно непонятно, что дальше произойдет. Но оказались на грани выживания. Они верили, что там намного лучше. И покидали родину навсегда. Почему страна отказалась от будущих рок-звезд? У меня на глазах в Авере порвали мой паспорт. И как они сторожили море в Израиле? Там высадились арабские террористы. Почему Александр Маршал не покорил мир? На нас перестали обращать внимание. А Марина Анисина выиграла олимпийское золото для Франции. Большое желание доказать всем, что я все равно стану первой. Увидеть Америку и умереть. Его убили русские бандиты. У актрисы Натальи Захаровой отобрали ребенка. Ничего. Кончено. Почему мать и дочь не могут встретиться уже 10 лет? И что такое культурный барьер? Душа на волю просится, но невозможно. С чего начинается родина? Я всегда себя чувствую и чувствовала в Советском Союзе. Лихие 90-е с Анастасией Мельниковой прямо сейчас на НТВ. 17 марта 91 года. В Советском Союзе впервые в его истории проходит всенародный референдум. Вопрос стоит острый. Хотят ли граждане сохранить единое государство? Подавляющее большинство, 76%, отвечает «да». Положительные итоги референдума откроют путь к радикальному обновлению союзного государства. Но мнение граждан уже ничего не значит. Всего через 9 месяцев СССР навсегда исчезнет с карты планеты. Очень большой бардак происходил в начале 90-х. Было совершенно непонятно, что дальше произойдет завтра. Длинные очереди на досмотр багажа, как и 15 лет назад. Но эти люди в основном едут на отдых. А в 90-е ученые, спортсмены, артисты стояли здесь в очереди за лучшей жизнью. Они верили, что там намного лучше, и покидали родину навсегда. Порой паспорта у них отнимали прямо на границе. За 10 лет страну покинули 1 700 000 российских граждан. В СССР гражданам постоянно твердили: заграничный капитализм загнивает. Советские журналисты должны были этот миф поддерживать любыми способами. Было указание не показывать дома выше там 7-8 этажей. Это чтобы не подчеркивало убожество нашей архитектуры. Журналист Михаил Тарадута оказался в Соединенных Штатах, когда о жизни за океаном уже можно было говорить правду. В том числе и о потребительском рае супермаркетов. Привели одного секретаря ЦК, ему решили показать супермаркет. Он говорит: ну а что такое, у нас ведь тоже, когда приезжает начальство, магазины продукты завозят. Вскоре о Западе складываются новые мифы. На экране телевизора за границей выглядит как волшебный край всеобщего благоденствия. Здесь даже безработный живет в сотни раз лучше нашего инженера. В середине 90-х на ПМЖ из страны уезжают до 100 тысяч человек ежегодно. 97% иммигрантов оседают в 5 странах. В Германии, Израиле, Канаде, США и Финляндии. Привет, сегодня. В 91-м году один из солистов популярной в то время группы «Секрет», Максим Леонидов, уезжает из страны. Знаменитый бит-квартет теперь называется «Трио Секрет». Я уехал в Израиль, потому что у меня внутри не было никаких перспектив. У меня была внутри дырка, просто пустота. А то, что происходило в стране, меня не питало совсем. Уже через год Максим Леонидов выпускает свою первую пластинку на иврите. Но почти сразу понимает, что его музыка в Израиле не востребована. И, скорее всего, не будет востребованной никогда. У тебя нет общего прошлого с этими людьми. То есть, по сути дела, ты своим по-настоящему не будешь никогда. Новое время требует новых песен. На сцене появляются молодые исполнители с привлекательной внешностью и незатейливым репертуаром. Этот товар лучше продается.
по-прежнему любимы во всех новых независимых государствах только мэтры эстрады. Я всегда себя чувствую и чувствовала в Советском Союзе. Вот куда бы я ни приезжала, как встречали раньше, так встречают и сегодня. Это все зависит от человека. Молодые певцы, которые не вписываются в новую моду, с трудом пробивают себе дорогу. Будущие звезды, так называемые рок-попса, Лёва и Шура из группы Би-2, в 92-м году от безысходности решают навсегда покинуть родину. Когда я уезжал в Израиль в 92-м году, я прощался с мамой со своей навсегда. У меня на глазах в Авере порвали мой паспорт. Перспективы на возвращение, скорое, по крайней мере, никакой не было. Вскоре ребята убеждаются, с распростертыми объятиями за границей их не ждет никто. Они иммигранты, дешевая рабочая сила. После долгих мытарств Шура и Лёва находят очень выгодное место. Мы сторожили море. Там просто около моря построили коттеджи, и номинально нужен был сторож, чтобы мы ночевали. Нам негде было репетировать, мы из этой истории сделали репетиционную базу. Но однажды ночью коттедж исчез с лица земли. А потом там высадились арабские террористы. По-моему, они из Иордании откуда-то плыли. И как раз в этот день, в эту ночь мы не ночевали. Шура снова пакует чемодан в Австралию. В это время его друг Лёва с оружием в руках защищает чужую родину. Сегодня разобрать и собрать автомат Калашникова для Лёва оказалось трудной задачей. В Израиле на вооружении другое оружие. Я не уверен, что он в рабочем состоянии. Магазин не входит точно. Так их творческий тандем распался. И казалось, что воссоединиться им уже не удастся никогда. В это же время покорять Запад отправляется рок-группа «Парк Горького». На них обращает внимание крупная американская рекорд-компания. Музыканты едут в гастрольный тур по США. Когда была еще советская власть, у меня было впечатление, что она никогда не закончится. Мне очень тесно было в рамках советской страны. Первый же альбом «Парка Горького» взлетел на верхние строчки хит-парадов. За 3 недели пластинка разошлась 300-тысячным тиражом. Но вскоре в рекорд-компании меняется начальство. Вчерашние звезды из России новым хозяевам не нужны. Музыканты живут на Стейтон-Айленде у гигантской свалки. Это остров перед Нью-Йорком, прямо вот за статуей свободы. Чем он славен? Это огромные, самые большие в мире кучи мусора, которые туда свозят. Когда ветер дует в нашу сторону, в общем, пахло не очень хорошо. Что делать дальше, ребята не представляют. Они одни в абсолютно чужой стране. В 90-х многие советские артисты эмигрируют в США. Ищут лучшей жизни. Но Америка не может предложить им профессии по специальности. Приходится забыть об амбициях и голливудской карьере. Они примеряют на себя профессии шоферов, барменов, официантов. Ночью русские актеры репетируют, чтобы получить роль хотя бы в эпизоде любого американского фильма. А днем разносят бутерброды своим будущим зрителям. Но даже роль «Подай, принеси» многим актерам не удается. Гонораров, которые предлагают русским артистам, едва хватает на то, чтобы сводить концы с концами. Голливуд – мечта многих бывших советских актеров. Именно здесь можно приобрести мировую известность и заработать миллионы долларов. Нет, за границей для русских людей практически нет перспектив. Для этого нужно идеально знать язык, говорить без акцента. Только единицам удается получить роль в американских блокбастерах. Амплуа незавидное – русские мафиози. Валерий Николаев не понаслышке знает, каково это быть чужим среди чужих. Многие, не представляя, что там за жизнь, уезжали в иллюзию какого-то совершенно розового, такого безоблачного и беспроблемного абсолютно существования. Стать своим эмигранту совсем непросто. Другой язык, привычки, психология. По данным журналистов, половина эмигрантов уже через год после отъезда хотят вернуться на родину. Мэн свалил за бугор ДПМЖ. Но там с джабом полный трабл. Воздуха нет. Контуется реально по клоповникам.
Раша Наташа подвинтила тему срубить баксов на дракс. Впаривать америкосом в клубе кок. Окей. Но вписался в блудняк. Нигеры кинули с дурью. Чуть не мочканули. Чтобы не склеить ласты, пошел брать на гоп-стоп-маркет с чайными. Найф на коммерса, а тот за ствол. Еле сварил, копы район обложили. Кругом подставы, бандосы, фараоны, простой пипл и тот весь с ганом. Лайф, короче, приложил фейсом об тейбл. Надо go home. Russia is cool. Порой возникают и непреодолимые трудности перевода. Бард Олег Митяев часто выступает за границей. Он знает, как трудно иногда объяснить иностранцу тонкости отечественных реалий. Сквер листву меняет, дочка подрастает, и пустяк, что не наточены ножи. Одна женщина очень не понимала, почему хозяйка так расстраивается. Ну, не наточенные ножи, ведь есть же эти электрические точилки. Можно пойти купить, отправить. Давайте отправим ей точилку, чтобы она так не переживала. Но главное чувство, которое мучает большинство эмигрантов – щемящая тоска по родине. Ностальгия. А ей пригрезится Москва белым бела. Она пьет водку, так как подданная русская. Она такая же москвичка, как была. Песня «Француженка», она вообще списана с конкретной девушки. Она пьет столичную, потому что голова на утро не болит. Она живет в 17-м квартале. Все просто срисовано и зарифмовано. Многие наши эмигранты не знают законов той страны, в которую едут на ПМЖ. Это порой приводит к самым серьезным последствиям. Год. Франция. Аэропорт Шарля де Голля. Русская актриса Наталья Захарова с дочкой Машей регистрируется на московский рейс. Мадам, je regrette, mais vous devez attendre un peu. Мадам, je regrette. Ça prend quelques minutes, s'il vous plaît. La sécurité vers la cabine numéro 3. Merci. Je vais appeler, madame. Захарову вежливо просят пройти в офис службы безопасности аэропорта. Наталье Захаровой сообщают о том, что суд Республики Франция лишил ее родительских прав. Лететь в Москву женщина может, но без дочери. Эта детективная история началась 9 лет назад. Сразу после развода русской актрисы Натальи Захаровой и парижского дантиста Патрика Уари. Французский суд обязал отца платить алименты и оставил Машу с матерью. Но через несколько месяцев решение изменил. Девочку поместили в приют. Ей было запрещено носить православный крест. Он был сорван с нее четырежды. Более того, Машу в приюте били. И Захаровой удалось доказать это, предъявив суду фотографии дочери со следами побоев. Виновных не нашли, но девочку матери вернули. Правда, ненадолго. Следователь в качестве аргумента для суда представила весьма странную формулировку. Она обвиняет ее в том, что у нее слишком удушающая любовь и что она, возможно, опасна для ребенка. Вскоре Наталью Захарову задержали и предъявили ей обвинение в поджоге дома бывшего супруга Патрика Уари. Когда я увидела инспектора, она мне заявила: я сама решила, что вы виноваты. Я дам вам 10 лет тюрьмы и 1 000 000 франков штрафа. В результате суд парижского пригорода Версаль полностью лишает Наталью Захарову родительских прав и помещает Машу в приемную семью. Теперь Наталья может видеть дочь лишь 4 раза в месяц. Нарисовала это, мы с ней встречались. Это я и собираю коллекцию куколок. Thank you.
На официальный запрос России о деле Натальи Захаровой и ее дочери французские власти дали исчерпывающий ответ. Девочка не российская гражданка, а француженка. Франция – правовое государство. И только суд может принимать соответствующие решения. К этому времени Маша уже забыла русский язык. Я не имею на нее никаких прав не интересоваться ее здоровьем, ни ее школьными успехами, никуда она поехала на каникулы, никакое у нее вероисповедание, никакое платье она будет носить, никакие книги она будет читать, никакие фильмы она будет смотреть. Ничего. Кончено. Подвал на севере Москвы. Здесь место дислокации одной из самых радикальных националистических группировок «Вервольф». Лидеры Игорь Пирожок и Валентин Старичков. 30 июня 1994 года. Как обычно, после тренировки они остаются поговорить в кругу ближайших соратников. После очередного тоста вспыхивает конфликт. Идеология ни при чем. Обычная пьяная ссора. Драки. Валентин Старичков погибает, но друзья не забывают своего соратника. На этих кадрах Игорь Пирожок демонстрирует швейцарским журналистам заспиртованные уши Старичкова. Ну и как наказывается человек, который... Я ему тебе показать хочешь? Например, вот так. Это уши. Это уши, живые уши? Молодые берут пример со взрослых криминальных бригад. В 90-е вся страна поделена между организованными преступными группировками. Они ведут настоящие кровопролитные бои на улицах городов. Пойдите сейчас по любым кладбищам, пройдитесь, и вы увидите памятники тех времен. Очень богатые, очень дорогие. Это один из бойцов того самого криминального невидимого фронта. В середине 90-х многие российские бандиты скрываются за границей. Они хотят казаться солидными бизнесменами, но их привычки и поведение остаются теми же. Поэтому всех российских коммерсантов, живущих на Западе, тамошняя пресса называет русской мафией. Боксер Сергей Кобозев, чемпион России в среднем весе, эмигрирует в США, когда в нашей стране о профессиональном боксе знают только понаслышке. И американские газеты писали, что вот это второй Холифилд. Ну, Сергей посмеялся, он говорит, какой я Холифилд, я Кобозев. Париж, 24 октября 1995 года. Это последний бой Сергея Кобозева за звание чемпиона мира с Марсело Домингесом. Многие назовут этот поединок боем года. Судьи присуждают победу аргентинцу. Кобозев стоял буквально на пороге чемпионского титула. Я стою на этом пороге уже год. И не могу перешагнуть пока этот порог. Доходы от поединков не позволяют Сергею зарабатывать только боксом. Из подъезда этого дома в Бруклине он каждый вечер едет в нью-йоркский ресторан. Здесь Кобозев подрабатывает вышибалой. Матч-реванш с Домингесом запланирован на март. Он должен принести ему полмиллиона долларов. Но Сергей бесследно исчезает за 2 недели до боя. Я очень хорошо помню, что его тренер Томми Галлахер, он считал, что это будущий чемпион мира. Вот-вот, следующий. Если бы не случилась вот эта трагедия. Полиция находит похитителей только через 9 лет. Это выходцы из бывшего СССР. Они признаются, Кобозева застрелили и закопали в пригороде Нью-Джерси. Получилась очень русская смерть в Америке, да? Тогда так гибли люди у нас. А он вот точно такую же гибель нашел в Америке. По версии следствия, Кобозева убили выстрелом в спину только за то, что накануне он выдворил из ресторана разгулявшегося русского бандита. Это последнее интервью так и не состоявшегося чемпиона мира Сергея Кобозева. У меня не было выбора, я цеплялся именно зубами за этот бокс и хватался, держался, я пытался вырвать. Я знал, что у меня бокс — это моя жизнь. Ну, любой человек живет надеждами, я тоже живу надеждами.
больше ничего не остается. В 90-е государство перестает финансировать спорт. Многих титулованных спортсменов в России выкидывают за борт как балласт, невзирая на былые заслуги и победы. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина вынуждена уехать с семьей в США. Там ей создают все условия для работы и жизни. Многим ее коллегам повезло гораздо меньше. Они были готовы на любые условия, лишь бы только им платили доллары. А то, что они в этом плане понижают свой статус. Даже пошло такое поверье, что русские готовы работать за хлеб. Подающим надежды молодым спортсменам просто негде и не на что тренироваться. В 92-м году двукратная чемпионка мира среди юниоров в танцах на льду Марина Анисина неожиданно для себя остается без партнера. Илья Авербух решает выступать с другой спортсменкой. По словам Марины, Федерация фигурного катания России не хочет заниматься ее проблемами. Была жуткая обида за то, что со мной так поступили. И в то же время большое желание доказать всем, что я выживу в этой ситуации, что я все равно стану первой. Марина решается на отчаянный шаг. Она рассылает письма с просьбой о помощи во все страны. Вскоре она получает предложение от фигуриста Гвендаля Пейзера и уезжает во Францию. Когда я уезжала, я не забуду, как я плакала в Шереметьево. На руках у мамы, и очень не хотелось уезжать. Марина знает, никто из ее коллег в России не верит, что она сможет добиться успеха на чужбине. Я не понимала язык, я не могла общаться со своими друзьями по команде. Мне было немного обидно, что я не выступаю за Россию. В 98-м Марина Анисина и Гвендаль Пейзера завоевывают бронзу Олимпиады в Нагано. А через 4 года под сводами ледовой арены Солт-Лейк-Сити звучит гимн Республики Франция. Еле сдерживала слезы, потому что очень не хотелось плакать, но они мне все равно немного текли, потому что у меня перед глазами как фильм вся моя жизнь. И только в наши дни Марина вернулась в Россию. Она хочет дальше строить свою жизнь здесь, на родине. Музыканты группы «Парк Горького» уезжали в США всего на несколько месяцев, но смогли вернуться только через 5 лет. Мы ни разу не получили никакой ни помощи, ни поддержки, ни от кого. Она прошла как-то... Максим Леонидов простился с Израилем. Музыкант понял, только в России он по-настоящему востребован. Но есть какая-то граница, выше которой ты прыгнуть не можешь. Иммигранта, который хочет заниматься еще и музыкой таким непростым делом, места немного совсем. В конце 90-х Лёва и Шура из Би-2 узнают о том, что их песни наконец-то добрались до вершин хит-парадов в России. Для нас было, конечно, очень большое удивление, но это был и сигнал к тому, чтобы мы собирали вещи и ехали в Москву. И даже те, кого называли диссидентами, кто годами добивался выезда из Советского Союза, признаются, теперь им уже не хочется покидать родину. Сказал один мой очень хороший приятель, спустя 17 лет отказничества, он, наконец, был отпущен за границу. Он сказал, ты знаешь... Какая интересная вещь. В стране, из которой в любой момент можно уехать,